Первый визит патриарха болгарского Неофита в Россию завершился в Санкт-Петербурге. Высокий гость всесердечно поблагодарил святейшего патриарха Кирилла за теплый прием, за гостеприимство и пережитую духовную радость от братского общения. Болгарский предстоятель выразил уверенность, что традиционно хорошие отношения и плодотворное сотрудничество будут и впредь вносить вклад в созидание богозаповеданного единства Церкви Христовой. На прощание в северной столице высокий гость совершил панихиду по царю-освободителю Александру II на месте погребения императора в Петропавловской крепости. Святейший патриарх Неофит и члены делегации Болгарской православной церкви посетили императорский мемориальный собор святых апостолов Петра и Павла, усыпальницу членов дома Романовых. Высоких гостей сопровождал митрополит Волоколамский Иларион. В гробнице императора Александра II были возложены цветы. Память об этом государе бережно хранится в Болгарии, и это пример духовной и воинской дружбы болгар и русских. Всероссийского самодержца почитают как победителя в русско-турецкой войне 1877-78 годов, которая освободила болгарский народ от владычества Османской империи.